Доброго времени суток, уважаемые зрители. И сегодня мы проводим еще один урок, это будет уже урок 14, о том, какие достоинства и недостатки в недавно вышедшей версии программы Photoshop Pro 19.5. Ну, как обычно, начинаем обзор с официального сайта программы, чтобы нигде не смотреть, что там пишут другие авторы. Но сайт, он большей части не технический, а рекламный. Как сделать видео с фотографий, создать, какими ваши будут слайд-шоу, бесплатную версию скачать. Ну, это реально. Вот. Создание видео, скачать фотошоу. Ну, скачать-то вы скачаете, оплатить придется, если установите. Так, общая оценка. Это свои люди. И куда ставится? Версия 19.5, дистрибутив, ну, он не 18. Язык, это самая хлипенькая версия, 980 рублей. Вот этому верить не надо. Ставится, да, на все системы, оперативка, все здесь правильно прописано. Что нового? Самое интересное. Чего же нового и нафига же она нужна? Два раза быстрее. То же самое было. Сохраняйте видео в два раза быстрее благодаря новому модулю конвертирования. То же самое было написано и в 19-й версии. Но в 19-й это не прокатило. Посмотрим, что будет в 19.5. Придавайте движение в воде облакам дыму с помощью новой функции оживления фотографий. Да, она была в 19-й версии. В 19.5 я не знаю, что-то, может, они там чуть-чуть ее откорректировали, но из-за этого делать версию это сказка. Создавайте быстрее слайд-шоу. Мы оптимизировали процесс создания DVD, которым уже никто не пользуется, и повысили производительность программы. Ну, производительность программы просто так проверить нельзя, с ней надо поработать. А повысили или не повысили, они вот в 19-й писали, в 18-й писали, и сейчас пишут, что повысили производительность программы. Ну, ее надо тестировать, чтобы посмотреть, повысили, а не повысили. Писать на заборе, как говорят, много чего написано. Ну, посмотрим, что они предлагают купить со скидкой. Это опять идет реклама, купить, купить, купить и заплатить, как можно заплатить, и дальше версии программы. Каждый раз, когда делаю обзор, говорю, это не версия, это мусор, это помойка, и вот только одна версия, которая реально работает. Ну, насчет неограниченного количества слайдов, это брехня. Ограниченное количество слайдов. У самой программы плохенький рабочий интерфейс. Вот, никудышний, они его так и не перерабатывают. И, как сказать, это зависит еще от вашего компа. Поэтому неограниченное количество слайдов, И еще, сколько на вашем слайде будет слоев, а то вы сделаете всего один слайд, и у вас программа станет. Она очень капризная, и в этой части они ее не дорабатывают. 400 переходов эффектов и титров. Ну, кто их считал? 400 или не 400? Мощный редактор анимации слайдов. Он есть, но он не мощный. Создание слайд-шоу в 30 форматах. Да, форматы вывода видео у них неплохие. Запись проекта на DVD-диске. Да нафиг она нужна, это уже каменный век. Добавление видео в слайд-шоу, но это было давно сделано. И коллекция музыки. Об этом тоже каждый раз говорю. А, ребят, у вас авторские права на эти треки есть? Это довольно такой сложный вопрос. Специальное предложение. Скидка 30% плюс подарок 150 шаблонов и слайд-шоу. 1960 рублей за все это купить. Ну, фактически, исходя из того, что там вот где-то было написано раньше, что они там доработали, отдавать 1960 рублей за, если у кого-то есть 19-я, там 18-я версия, и отдавать за вот это вот, ну, как это сказать, обновление, хлипенькое такое, 1960 рублей, я бы не отдал. Вот честно скажу, я бы не отдал. Ну, а если нет программы, да, вот купить ее за 1960 рублей можно. Обновиться с таким хлипким объемом обновлений, ну да что вы,
это ни в какие ворота не лезет. Поэтому, ну а дальше идет купить, условия покупки, доставки, на электронку сбросить сюда и все. Единственное, что хочу отметить, да, спрашивают они хорошо, ключи присылают, иногда, правда, ошибаются, но ничего, со всеми бывает, и мы ошибаемся. Никто не безгрешен. Хочу сказать, что в течение года присылают обновления, я вот пользуюсь лицензионкой, нормально присылают обновления, устанавливаются, проверяют обновления, как сказать, у нас лицензионка или ломаная стоит. Если все нормально, обновляется, делать нечего, даже не вводишь ни ключей, ничего. Более того, я тут, ну как это сказать, я урубил компьютер и заново переустанавливали систему, все, написал им, что мне надо переустановить, у меня был ключ. Все это как положено, но нифига не принимал этот ключ присланный ими. Написал туда им в техподдержку, ну, где-то в течение суток вопрос решили. Что-то там не сходилось. Все сошлось, все стало, все нормально. С этим по вопросам обновления и поддержки в течение 12 месяцев вопросов нет. Даже, ну и позже, вот сейчас будет, позже 12 месяцев, если что-то случится, да ради бога. Скорее всего, будет нормально. С этим вопросов нет. Вот. Теперь переходим, собственно, к самой версии и посмотрим, а что ж там есть-то? За что ж 1960 рублей-то платить? Жалко. Yes. Так, открываем версию. Написано вон 19,5. Ну, новый проект пока не будем открывать, посмотрим. Где-то я читал, что там слайд-шоу за 5 минут, что добавили. Это мои проекты с котом Тимофеем за 5 минут я делал. Вот, закидывал. Ну, не очень корректно, но делает. Не 19,5, 19-е. Делаю неплохо. Осенние. Но пока новенького, они обычно помечают новенького. О, вот новенькое. Свадебный мотив. Новый. Не знаю, был или нет раньше оно. Ну вот новенькое стоит, что новенькое. Один проектик есть. Вот еще. Мой первый год. Да, может и не было. Я ими редко пользуюсь, поэтому точно сказать, написано новое. Значит, будем верить, что новое. Кота Тимофея у вас не будет, потому что это кот Тимофей делал все. Все только два. Ну, два и два. Да и слава богу. Вот. Ну что, откроем новый проект. Ранее созданный не будем открывать. Я так думаю, что это ни к чему. И посмотрим, что же мы имеем. Так. Ну, поглядим фифекты. Движение, оживление. Это все было. Новенькое они не помечают, наверное, здесь. Много было уже. Поэтому я не могу точно сказать, что было, а что не было в этих эффектах. Но очень много было. От версии к версии они добавляются. Вот сейчас пройдем до конца в этой 19,5. Обычно разработчики помечают, что это новое. Ну, может и не пометили. Потихоньку идем от забора до упора. Ну, здесь, как видите, ничего не показано, что новенькое. Может, есть, может, нет. Бог ее знает. Ну, много эффектов все стало. Переходы. Вот здесь сразу видим вот стандартные переходики. Новый. Вот переходик, вот переходик, вот и вот. 4 штучки новых есть. 3D ничего, градиенты тоже, ничего, современные тоже не добавилось, двойные нет, ну а другие здесь что тут, тут зимние, это мы у них коллекцию купили, вот пользовательские, это наши, то что мы создали. Поэтому тут у них могло добавиться. Сюда они вряд ли что добавили. Так, добавить.
Теперь коллажи. Ну, вряд ли в коллажах тоже. Нет, есть он новенькое. Один, два, три коллажика. У нас очень много коллажей, потому что на начальном этапе, когда у нас своего ничего не было, это давно-давно было, в доисторическое время, мы покупали у них. Ну, вот сейчас идут покупные все, ну, вот немножечко в программе которых. То есть не шибко богато расширение по коллажам, но оно нам и не надо, вот это... Для того, кто только недавно стал пользоваться программой, возможно, это надо. А так. Ну, там, видите, 4 новеньких. Вот я прохожу по всем коллажам, потому что они между покупными могут где-то здесь затереться. Но ничего пока не вижу. То есть не так уж и много улучшений. Мне очень нравятся у них старые комплекты шаблонов. Ну или стили их по-другому называют. Сейчас такие красивые не... А, вот, по-моему, вот этого вот не было. Ну, что-то они новые не пишут. Ну, я не знаю, вот это, может, я пропустил 19-й версии. Вот отсюда вот начинается название альбома. И вот этот альбомчик. Вот, вот этого, по-моему, не было. Вот это полностью новенькое. Раз, два, три, семь, 11, 12, 13 стилей, шаблонов у них новеньких. Это все у нас было. У нас их много. Покупать уже не хотим. Ну все, вот все, что они добавили. Так, теперь, ну, титры хвастались, да, что добавили. Вот титры, вот, вот титры, вот, вот титры, десяток титров. Даже не 10, а 11 титров. Ошибся я. Титры. Ну и заставки. Там у них универсальные, тематические, простые. Ну, кому интересно. Так, это наши. Это. Этого в программе у вас не будет. Анимированные. Ну, нового ничего нет. Светящиеся. Нового ничего нет. Статические. Нового ничего нет. А это так называемые мои заставки. Но у нас она помедленнее открывается. Потому что тут их как грязи. Это, собственно говоря, здесь сохраняются те шаблончики, которые мы делаем. Вот. Тут их много-много-много. Чуть больше 1000 штук. Поэтому здесь показать вам нечего. Вот. Ну, пойдемте откроем какой-нибудь слайдик. Закинем. Да хотя бы эту добавить слайд-шоу. Редактировать слайд. А. Там мы еще не посмотрели. Ну, добавить слой посмотрим. Все, что было, все и осталось. Засветки, фигуры, текстуры и так далее. Ну, эффект снегопада посмотрим. Ну, у нас кроме того, вот здесь вот заканчиваются, где снежиночки-то у них. Это наши снежинки. И это вот здесь у них, наверное, снежиночек у них немного.
Это вот мы сами делали эти. У нас там отдельный урок есть на ютубе, эти снежиночки, вот такие звездочки. Вот такие, если полетят. Это мы сами делали и доставляли в программу. Вот. Так. Нафиг удаляем. Да. Ну что, слой маска, надпись 3D, видео и все. Все, что было, осталось. Эффекты слайда, да, они какие были, остались. Управление камерой. Ну а что тут? Ничего нового нет. Все, что было, все осталось. Управление слоями оставим. Ну, слайд как был, так и остался. Слой. А, надо его выделить. Вот. Вот тоже ничего нового. Анимация. Ну, вот она, анимация. Все, что было, все осталось. Ну, а звуками мы не пользуемся, поэтому здесь о них и говорить не будем. Ну, что еще здесь можно показать? Да нефига тут показывать. Программа простая. Вот. То есть ничего тут особо. Нет. Как из Гарри Поттера, эффект Тетриса. Ну, это предлагают разработчики программы. Я открыл, уведомления приходят. Тетрис я не люблю, и Гарри Поттера тоже. Это на любителя. Я даже не знаю, что тут еще можно показать. Здесь интерфейс, тот, что был, то и остался, конструктор. Сохранить. Правка. Ну, все простенько. Проект. Слайд. Настройки проекта, настройки положения, оформление программы. Ну, тут белый-темный стиль. Я люблю профессиональный темный. Ну, и справка, а какая версия программы. Что тут еще можно посмотреть? Я не знаю, программа довольно простая. Использование легкое. По сравнению с начальными версиями, конечно, улучшение значительное, но недостаточное. До программы прошлого продюсера она не дотягивает. Хотя на сегодня разработчик программы прошлого продюсера забросил такую замечательную программу. Ну, мы же не можем ему приказать продолжать. Вот программа хорошая. Но, как и все программы, вот именно профессиональная. Она хоть и не профессиональная, прошел продюсер, но у нее маленькие окошечки превью. А у кого плохое зрение, тем очень неудобно с этим работать. Вот почему я не то, что люблю фотошоу, хотя она уступает прошел продюсер. Смотрите, какое окно превью. Двигая фигуру, ставя ключевые кадры, здесь можно без проблем, ну, таким старым и слепым, как я, размещать фигурочки, двигать, вращать, еще что-то. Окно превью очень большое. В некоторых программах создания слайд-шоу, особенно в 3D-программах создания слайд-шоу, да, такие же, довольно большие окна. А про шоу-продюсер, да, там маленькие окошки, немножко неудобно. Можно иногда не доглядеть и оставить черные краешки, еще что-то. Ну, то есть, собственно говоря, она там, ну, слегка не дотягивает до нормального вот состояния, чтобы на ней четко было видно. На весь экран, не на весь. Молодежи, у которых хорошее зрение, да и вообще людям, у которых хорошее зрение, изумительно в ней работать. Вот я скажу так, Vegas, к примеру, Adobe Premiere программы, Adobe After Effects, которые вообще нечем заменить, это программы профессионального видеомонтажа, там у всех маленькие окна превью, там деваться просто некуда, вы же не найдете других программ. А здесь прошел продюсер, ну сделали ее так вот с маленькими превьюшками, ну бог с ней, ну куда теперь деваться. Вот, ну спокойно можно то, что делается прошел продюсер, на 90% все можно сделать в программе Photoshop. А если вы работаете в одном из профессиональных видеоредакторов, ну, неважно, в Вегасе, в Премьере, в том же Эдиусе, а может, кто-то уже и DaVinci освоил,
то тем это прошло у продюсера как рыбки зонтик или собачки карман. Поэтому весь вопрос в том, насколько вы продвинуты. Ну, что еще можно? Да больше ничего тут не скажешь. Как она есть, так она есть, эта программа. Все. На этом вот заканчиваем обзор. Что касается улучшения самой работы программы, то есть, чтобы она не вылетала, не тормозила, еще что-то, не сделано ничего. Это беда вот этого вот разработчика. И с ними и переписывались, и говорили, ну, сделайте хоть что-нибудь. Ну, очередной раз можно только что сказать. Либо они где-то слямзили программный код, сами его не делали, и теперь не могут исправить. Либо ушел тот разработчик, который делал код программы, и сейчас у них нет специалиста, который может работать с потрохами программы, с потрошками. Вот. Они только делают внешние изменения. Ну, вот и все. На этом заканчиваем. Всего хорошего, счастливо. До новых встреч!